делить нужно вот этому кусту моему 5-й год уже. Вот за эти 5 лет, 4 года он цвел сногсшибательно, были очень крупные цветки, высокие, 1,5 метра практически. А в этом году, видите, как скромно цветет. Потому что где-то на 3-й год, ну максимум на 4-й, нужно делить кустики. Образуется огромное количество деток. В целом луковицы мельчают, стеснятся, мешают друг другу, и, конечно, эффектного цветения не получается. Или может вообще не зацвести. Это одна из причин, то есть делить рябчик нужно. Дальше, когда выкопали луковицы, хранить их нужно в торфе, мох, скажем, можно использовать для этого, опилки. Луковицы очень нежные, они боятся травмирования, поэтому с ними нужно обращаться очень осторожно. И хранить до посадки при температуре высокой. А высокая — это значит, ну, 20-25 градусов. Вот такая температура. Если будет очень жарко, плохо. Если будет ниже 20 градусов, рябчик на следующий год не зацветет. Многие луковичные хранят в подвалах, там где-то в погребах, без проблем. Этому нужно 20-25.